Ну, люди, я обещал Супер Марио, значит, будет Супер Марио. Итак, как я обещал в субботу, поиграем в Супер Марио. Так, мне кажется, немного громковато. Давайте вот так поставим. Да, нормально? Всё, давайте просто поиграем в Марио. Просто как в старые добрые времена. Как это... Сейчас я все размещу. Как в старые добрые времена... Как это было на NEC PC-88, поиграем в Марио. Ай-яй-яй, так тихо. Я этот стрим хотел к субботе приготовить. Догадывайтесь сами, почему именно к субботе. Ну и просто хотел поиграть в Марио. Рейнфорс, ну... Рой, да-да-да, они самые. Эти самые прекрасные геймджиникады. Но поскольку стрим всего на 40 минут, геймджиникадов будет не так много. Я даже на самом деле не успел заготовить штуковину, чтобы было видно, какой именно геймджиникод прямо сейчас. А хотя, а чё уж там. Зачем нам какие-то штуковины, если можно банально врубить текст? Врубить текст, это у нас был ТС... Ах, ТС... ЗХВН. Быщ. Вот такой код. Давайте тогда врубим следующий. Хотя не знаю, это долго на самом деле вбивать будет. Следующий код. Это шикарный код. Он, знаете, как он называется? Вот этот код. Тот самый жесть. Нет, я буду показывать коды, которые не показывал на первом этом... Прекрасно уже начало, по которой не показан на первом стриме, в общем. Ай-яй-яй. Как хорошо все. Давайте еще раз. Чё-то не сложилось. Так, надо взять этот гриб. Этот код, он называется просто Я. Последние 4 буквы А. Давайте в трубу залезем. Может, там что-то интересное. Кстати, расцветка Марио была как, по-моему, в порте на PC Engine, а тут он черно-белым таким стал. Сейчас снова как на PC Engine. Похожие цвета. Да, почти ИК, только Хорошо. Показывается, дублируется World 1-2, что есть, кому непонятно с первого раза, что действительно мир 1-2. Время не показывается, потому что зачем? Заметьте, я разбил кирпич, а... Наверх попасть не могу. Поэтому Марио расстроился и стал фиолетовым. Уровень 1-2 снова начинается. Ладно. Ох. Хорошо.
Обратите внимание, как мило из трупа влезают боузеры. Безголовые. Я так понимаю, на этом все. Давайте другой код. Другой код под названием... Так, игре стало не очень хорошо. Pignax. Ну. Для тех, кому лень закрывать глаза, есть вот этот код. Воспользуйтесь им и попробуйте пройти. Я думаю, дальше без комментариев. Есть такой код под названием ВГПня. Я не знаю, что... Я не помню, что он делает. Давайте посмотрим. ВГПня. Это код, который... Ох. Ладно, давайте попробуем другой гриб взять. Воу, 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 воу. Что-то начался боузеропад. Пойду я отсюда. ВГПня. ВИЧИПИ и последние три буквы НЯ. Внезапно. Там еще что-то пролетело. Чипи транскрипцию написал. Или как это называется? Ладно. Я сейчас вас тресну. О, хорошая платформа, мне нравится. Рейн, Форс, не надо. О, палка какая. Усеченная палка. Мы создаем объекты. Вот, смотрите, какой объект классно создался. Это почти Mario Maker. Но только в 85-м. Ай, бывает. Я буду пользоваться перемоткой, потому что... Брикмана нету, кому-то надо пользоваться перемоткой. Профессиональный. О! 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 Хорошо, хорошо. Боузер падает зигзагами, безголовый. Всегда мечтал о такой погоде, тут еще платформа какая-то бешеная. Снова боузеропад. И вообще Марио сдох. Поэтому давайте следующий код. EXPOLS. Вообще, знаете, просто в описании к видео запишу все эти коды. Так, вы ничего не видели. И я профессионал в Mario и никогда не сдохну на такой ерунде. О! Все, я прошел игру. Но после каждого ресета игра меняется. Давайте попробуем посмотреть, что получится на этот раз. Ну, точнее, она меняется, скорее всего, от моих действий. Тассом-то можно получить одно и то же. Но нам интересно посмотреть на разные результаты.
А! Какой интересный уровень. Тоды застряли. Фугумбы застряли и купы застряли. Куда мы в итоге придем? Ай-яй-яй, меня куда-то уносит. Ну, не выходит этот уровень пройти. Давайте попробуем другой код. Зун Иви. Именно Зун, первые три буквы, это знаменитый человек, который Тоха создал, а Иви... Покемон, может, какой-то. Ну, так или иначе, Зун Иви. О! Красота. Ай-яй-яй. Окей. Как, может, мне жизнь дадут? Нет. Мне дадут... Черепаха по голове. Отнимут жизнь мне. Ну, видимо, так и придется проходить. Ох, как я красиво. О, а черепаха за мной гонится. Бешенство, бешенство происходит. Интересно, Боузер тоже станет таким? Я бы взял гриб, но... Опасно его брать. Когда он становится вот таким. И гонится за мной. Да, вот, валите отсюда. Валите, 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 валите. Валите, 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 валите. Хорошо. Не судьба. Давайте попробуем код APESSS. APESSS. Ну, вроде ничего необычного. Зачем я тогда этот код добавил? Оу. О! Что-то магу немного принял лишнего. Мель, да, заранее сам искал. Мне норм. При этом был джекпони, да, опять мага. Редбул крыляет. Все, Мару застрял. Он ничего не может. Он может вот такие странные движения делать, пинаться. Жаль. Ладно, что мы все первые до первой Мару? Ну, сколько можно? Ведь есть... Третий Мару!
О-о-о. Хорошо. А, иди ко мне. Этот гума просто утопился под... Йо, можешь тебя взять? Неплохо, неплохие глюки от грибов начались. Эти купы просто меня боятся. Пиранья просто под трубу уползла. Хорошо живется в этом грибном королевстве. Вот так можно все его пройти. О! Тебе хорошо так, да? Такой под трубу уполз. Оторванная пешка. Да, туда тебе и дорога. Наверное, мы считаем святые ноты. Ай. Вообще, что все Марио да Марио? Нас соскучились по Мегамену, Литл сколько просил Мегамен ТВ, давайте врубим Мегамен ТВ. Так, выбирайте, давай. Кстати, геймченикод к Марио 3 называется не я ССС. Да, Мегамена там можете выбирать босса. Как в старые добрые времена. Эрмен. Я даже не помню, что этот код делает. Он что-то должен делать такое веселое. О! Хорошо. Так, а летать-то кто будет? Где все? Не видно? О! Классная платформа, сейчас будем на ней летать. Интересно, она летает? Нет, этот уровень нельзя пройти. Давайте попробуем другой. Никто не видел, что он на ногу... Ну, главное, не говорите. Металмена. Вудмена. Сначала я говорю Вудмена, потом Металмена. Ой-ой-ой. Уже какой-то криповый лес, как это Макаймура на экране летает. Я даже кого-то убил. Сейчас кто вместо собаки вылезет. Понятно. Вместо собаки вылезла невидимая стена. Музыка. Втором Металмене все-таки. Мегамене, второй Металмен. Хочу его по второму Металмену. Что ж? Хорошо. Мне нравится так проходить уровень. Интересно, можно ли чуку успеть взять? Thank you.
Я использую только кнопку, никто этого не видел. Хорошо. Куча металлом из кучи мегамена. До босса даже могу дойти, кстати. Что я смогу сейчас дойти до босса. И посмотреть, что себе представляет этот босс. Металлмен. Куча рожь мега... Ой, больно бьется, кстати. Да, нужен подкат. Попробуй подождать, кстати. Джиппи оказался прав, он знает, как проходить этих богованных врагов. Ну что, Металлмен, я готов к твоей встрече с тобой. У меня есть уж лишь две жизни в запасе. Самый обычный Металлмен? Я видел, он и танком стрелял. Вот бы взять его. Даже твоя глючная версия. Сколько мегаменов сразу полетел одновременно. Вот стрелять 7 мегаменов, вот куда уже издеваются. Все, мы прошли уровень, теперь можно браться за первого мегамена. А у второго мегамена был, кстати, геймченикод Габгон. Почти как Капком, только Габгон. Давайте тут выберем уровень. Я не помню, что этот код делает, но давайте выберем уровень. Элекмен. Чего? На этом уровне? Или все-таки что-то? Вроде как должен что-то делать. Или там прикол какой-то. Вроде... А, стоп, я вспомнил, там... Или не вспомнить, что-то я забыл, что-то код делает. А, во, вспомнил, все, я сейчас легко этот уровень пройду. Он сложный был, но сейчас я просто... В общем, в чем суть этого кода? Надо... В общем, пока есть на экране пуля, жмешь селект, отжимаешь селект, и это оказывается на самом верху. Интересно, я так могу? Ох! Ох! Я... Хорошо глючит.
Я не умею гличить Мегамена. А, давайте это по-честному пройдем. Привет, Магулидзе. Тьфу, то есть пока Магулидзе. А, вот та самая лечилка, и непонятно, как забираться наверх обратно. Интересно, можно ли получается пройти игру без Магнет Бима? Блин, классно проходится Мегамен. Да это же чит, а не... Это не чит, а не баг, это гейм-джини-код. Который модифицирует игру таким образом, что... Игра проходится легко и приятно. Ай. Мне интересно, как Эликмен себя поведет сейчас. Да, у меня был первый выпуск хаков и глюков. Ну, точнее, он третий, а первый там именно с геймчника, да. Ай, что я... Понятно, у меня просто сквозь стену скролит и все. Интересно, Мегамен появился. А вообще, давайте, что мы тут полноценные игры всякие играем? Давайте поиграем в простой Balloon Fight. А у Мегамена, кстати, код назывался ALPTT. Так, что этот код делает? О, бонус. Мне нравится, как общается Джипи, как он пишет в чате. В чате у него вот есть два часто используемых символа. Это вопросительный знак и восклицательный знак. Ну, еще третий — это BGM Кайган. Обузим хитбоксы. Этот код называется Зланис. А есть еще японский Balloon Fight. Чем он отличается? Тем, что для него есть специальный код. Ой, я его спалил случайно. Ну, в общем... Кто сказал, что на NES нет Blast Processing? А это что? О, бонус! Наконец, неплохо. Это не фастфорвард, это код именно что работает на оригинальной NES. Я думаю, должен работать.
Это Денди с 4К и 100 FPS. Мне кажется, скорость стала ниже. Вообще, знаете что? Давайте уже уйдем в полный глюкодром. Последний раз. И просто сыграем в Кирби. Я не буду комментировать. Просто буду играть. Мне интересно, как игра при этом удается не зависать. Сказал я, игра зависла. Эх. Обидно как-то так стрим завершать. Пойду. Пойду и сбью морды нехорошим людям. Это... Я слишком злой. Не так-то просто с вами биться. Эй! Да, продвинутый интеллект уворачивается от моих ударов с использованием телепортации, как жар-то. Правда, это только первые враги умеют делать, следующие уже нет. Поэтому на этом использование этого кода, как и этот стрим, заканчивается. Всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в пятницу.